закон от куража и зимовки принадлежит Олегу Опарину, едет на низе второй категории Олег Опарин. Под вторым номером гнедой жеребец «Фламандец» от добычника и Франки принадлежит Зинурову, едет Чистяков Алексей. Под третьим номером гнедой жеребец «Гром» от Брашпиля и Мокши принадлежит Лушкареву, Республика Башкортостан, едет Лушкарев Михаил. Под четвертым номером серый жеребец «Вызов» от императора и вершины принадлежит Сергею Смирнову, наездник второй категории Александр Горин. Под пятым номером гнедой жеребец «Загар» от Гайдука и Залежи принадлежит Пестову Сергею, едет тренер-наездник третьей категории Пестов Сергей. Под шестым номером серый жеребец «Живописный» от приза и желанной пары принадлежит корному заводу «Урожай», едет мастер-тренер Максим Наводный. Под седьмым номером серый жеребец «Стар» от императора и доблести принадлежит Юрию Серебренникову, Алапаевский район, едет Серебренников Юрий. Номер 8, прикуп снят. Фламандец, Бром, Вызов, Загар, Живописный, Дар. Грандстарт со старта повел Бром. Здесь же Загар, третьим по ходу Вызов. Аварийную ситуацию создали «Фламандец» и «Закон» до старта, входя в правый поворот, бег ведет «Бром», представитель Республики Башкортостан. На второй позиции «Загар», на третий «Вызов», сбой допустил «Живописный». Сбой был удара. Первая четверть за «Бромом». 31,4 секунды первая отметка дистанции была за Бромом. Итак, впереди Бром, на второй позиции Загар, в борьбе за третью позицию «Закон» и «Вызов». Далее «Фламандец», выпал из борьбы «Живописный», замыкает «Дар». В отметке второй четверти впереди Бром. 31,4 секунды вторая отметка дистанции, на второй позиции «Вызов». На третий «Загар» его захватывает в повороте «Закон», и между ними разворачивается борьба за третью позицию. К отметке третьей четверти впереди «Бром». Третья четверть за «Бромом». 35,6 секунды, третья отметка дистанции. Лошади вышли на финишную прямую. Впереди Бром, второй по ходу «Вызов», пытается захватить его. Лошади подходят к финишу. Впереди «Вызов», внимание, финиш!